И у меня закончилось место на жестком диске. Неприятно. Так. Короче. А хотя. Сейчас посмотрим. Я загружу просто этот автосейв и все. И покажу, короче, что произошло в этой жизни. Я пробрался к нему в кабинет через вентиляцию. Я вынес там троих наверху. И забрался сюда, и здесь оказалась решетка, которую можно разбить. Я запрыгнул сюда, и я зашел к нему в кабинет. Так. На этот раз все должно быть нормально. Я надеюсь на это. Я таки на это очень сильно надеюсь. Так. Я жесткий вроде как очистил. Комп у меня его взломать не получилось. Но он сказал подвинуть красную книгу. Да, здесь лифт. У него все, вся вот эта фигня очень красивая. Так. И мы едем в мастерскую. Вот так. Не прям, блин, нужно какое-то, чтобы... Блин, так что высвечивает. Фу! Не высвечивается предупреждение. Дженсен, мой любимый техно-вундеркинд. Прости за тех громил, чувак. Они не слишком тебе помешали? Ну, слишком. Помешали все дела. Больше они тебя не потребуют. Что им было нужно? Ты не заплатил за охрану? Я не думаю, что это из-за денег. Есть маленькое недопонимание между мной и их боссом, Атаром. Знаешь, как у гангстеров бывает. Достаточно, чтобы понять, что недопонимание маленьким не бывает. Это все внутренняя политика Двали. Я разберусь. Лично встречусь с самым главным. Я ему, короче, не доверяю, потому что он какой-то наркоман. Мне не особо нравится. Страшно ведь всем, а? Удивительно, как люди вообще на улицу выходят. Иногда у людей просто нет выбора. Моим системам крепко досталось. Я надеялся, ты поможешь мне привести их в порядок. Крепко досталось? Ох, черт! Что же ты молчал? Надо тебя в кресло усадить. Кресло, да. Я всегда хотел покопаться в этих твоих... тарифовских штуках. Внимательно так покопаться. Не доверяй. Усадим тебя. Еще и уступить меня хочет. Ну тебя нафиг, чего? Да здесь отменить нельзя, к сожалению. Ты расслабься. Так. Что именно ты собираешься делать? Я пока точно не знаю. Сначала влезу и посмотрю, что не так. Ты не переживай, я не стану делать ничего такого, что не сделал бы с собой. Обещаю. Ну ты наркоман. Кроме того, ты здесь так не что? В первый раз, знаешь уже. Я наркоманом ты меня не сделал. Раньше тебе не приходилось меня усыпать. Раньше ты не приходил ко мне на следующий день после взрыва. Это же серьезный удар по всем системам, чувак. Бабах! Так ты хочешь, чтобы я тебя починил? Вот мне кажется, здесь не совсем правильного человека для озвучки подобрали. Подожди. К нему. Сколько времени тебе понадобится? Что если Двали пришлют подкрепление? О, да ты не дергайся. Эти тупицы сюда никогда не проникнут. Кресло тоже не бойся. Кресло хорошее, удобное, я отвечаю. А терки с Двали херня. Атар нервничает из-за ерунды. Лучше бы к Причарду я пошли. Надеюсь, что ты меня поплатаешь, Колер. Твои проблемы — это мои проблемы. Спасибо, Дженсен. Атар Баткавелли — второй человек в Двале. Чуваки снаружи — его подручные. Но самый главный у них — Радич Николадзе. Я с ним знаком, так что... Ну, это таки хорошо, короче. Ладно. Чё, раз отменить нельзя, пусть кто-то да чинит нас. Ну ладно, чини. Ладно, давай с этим заканчивать. Хоть я тебе и не доверяю, но выбора нет. Спокойно, Дженсен. Все будет хорошо. Ты даже не узнаешь, что я рядом. Почувствуешь невесомость, отдалишься, будто ты — это не ты.
Но колер тебя вернет, и в прежний облик тоже. В два счета. Что-то ты мне не нравишься, чувак. Хоть бы все нормально было. О, слава богу, успокойся. И клянусь, я не хотел. Экран сетчатки должен скоро включиться. Ну я же говорил, что я тебе не нравлюсь. Что ты сделал? Я пытался подключить неподключенное. Но у тебя там вообще странная аугментация. Я, наверное, зря вообще. Вот, сейчас воды там. Или чего-нибудь покрепче? Воды. Где же лицо? Только не это. Полегче, а? Ну, без перезагрузки я бы тебя не спас. А что ты сделал? Расплав ядра. Под тобой кресло чуть не растеклось. В общем, я тебя перезагрузил и нашел, но... Думаю, я тебе лучше покажу, что ты это... Ты что сделал, слышишь? Сам все увидишь. Это твои аугментации. Ты со всем этим знаком, так? Да, их установил Дэвид Шариф. 2 года ушло, чтобы мое тело ко всему привыкло. Ну, пришлось отключить часть того, к чему оно привыкло. Ну, зашибись. Дело, Колер. Я чувствую, что-то изменилось. Какая-то подсистема качала из тебя энергию, как вампир. И без перезагрузки я не мог разобраться, какая. Но вот только твои заводские установки оказались не слишком заводскими. А что это? Экспериментальные ауги, чувак. Спрятанные в твоем теле. Ты хочешь сказать, что во мне больше аугментации, чем... Ну, зашибись. Включено больше, чем тянет твое тело. Круто, да? Не уверен. Хочу тебе показать, что происходит, если включить одного из этих засранцев. Это новый из экспериментальных, щелкни типа значку. Что это такое? ИЗС. Удаленный взлом. Тесла. Наноклинок. Кара, лучная концентрация. Титан. Все путем, Дженсен. Один тебя не убьет. Ты это уже говорил. Ха-ха, ну давай вот это. Видишь, какой скачок потребления энергии? Не вижу. Откуда эти штуки во мне взялись? Этого я не знаю. Ясно только, что включились они из-за взрыва, похоже. Если ты решишь их использовать, это твое право. Надо только убедиться, что ты из-за них не сгоришь. Кстати, идея, как это можно сделать. Попробуй отключить одну из других аугментаций. Ну так, чисто по приколу. Так, Подожди. А если я хочу это включить? А... Давай, Дженсен, отключи одну из аугментаций, которой не пользуешься. Чем я не пользуюсь? Конвейер энергии, базовая. Да блин, я даже не знаю, чем Давай, я не пользуюсь. Дженсен, отключи одну из аугментаций, которой не пользуешься. Ну да, допустим. Как ее отключить? А, вот режим деактивации. Давай, Дженсен, отключи одну из аугментаций, которой не пользуешься. А, это те, которые можно... Что? А, навсегда отключить? Не-не-не-не-не. Дженсен, отключи одну из аугментаций, которой не пользуешься. А, это я вообще прям тупо вырублю ее нафиг. Что за визуальная пометка? Фига, чем я всем пользуюсь, слушай. Давай, Дженсен, отключи одну из аугментаций, которой не пользуешься. Нам, наверное, не пользуюсь. Ну, видишь, как раз все скомпенсировалось. Хватило, чтобы установился энергетический баланс. В общем, просто не включай все одновременно. А что случится, если включу? Будут серьезные глюки из-за перегрева. Вообще есть риск непоправимого урона. Так что не, ну я-то попробую, конечно, это сделать. Тап, стоит. Помоги мне встать.
Нормально, да, я живой. Ну, в общем, я ведь не всегда буду рядом. Я не могу ходить за тобой следом, чтобы тебя перезапускать и восстанавливать нервную сеть. Все решения, что ты будешь принимать, останутся на твоей совести. Угу. Я думал, ты будешь моим мастером по аугментации. Я мастер по китайскому черному рынку, запомни. А те штуки, что у тебя спрятаны внутри, выглядят так, будто они с Марса, а не из Китая, чувак. Уверен, что это не с Марса. Мне как-то неудобно. Ты заслуживаешь ответов, а у меня их нет. Я могу помочь тебе справиться с твоей системой. Лучше в Праге спеца не найти. Могу помочь справиться с новыми аугментациями. Угу. Как? Но ты не знаешь, откуда они взялись. Насколько я знаю, моей аугментацией занимался только Дэвид Шариф. Если внутри меня обнаружилось что-то непонятное, говорить нужно с ним. Значит, нам нужно я в Лондон. Я знаком с работой Шарифа. А вот эти новые устройства, они совсем другие. Неодимовый корпус, кажется. Кто придумал так использовать диморфную магниториологическую жидкость? Нет, серьезно, спроси Шарифа при случае. Это какие-то необычные аугментации. Охеренно крутые, кстати. Тебе приходилось раньше такое видеть? Аугментацию, которую вот так бы прятали? Не знаю, Дженсен. То есть я и раньше слышал, как люди на черный рынок попадали. Отключится в Праге, очнется в Шанхае. Но у них аугментации обычно забирали, не добавляли. А чем именно эти аугментации отличаются от других? Похоже на экспериментальные, вот чем. Трассировка везде грубая. Как будто ты наполовину не отлажен, не закончен, просто чумак. Это даже как-то красиво. Я не спорю, это прикольно все, но что-то... Зачем Шарифу прятать их во мне? Не понимаю, какой в этом смысл. Я не уверен, что это работа Шарифа. Оборудование само по себе высшего качества, но вот этот изолирован слабо. Монтаж на каркас на скорую руку. Не похоже, что это Шариф делал. Больше смахивает на какую-то левую модернизацию. Может, там Меган? Что-то новое. Ты о чем задумался? О том, как я ненавижу лежать без сознания. Ты сказал новое. Насколько новое? Установлено недавно? 2 последних года, плюс-минус. С тобой в это время что-нибудь случалось? Меня вытащили из океана, положили в какую-то больницу на Аляске. Потом несколько месяцев. Чем сильнее я стараюсь их вспомнить, тем это труднее. Черт, Дженсен! Жуть какая! Настройка заняла больше времени, чем я думал. Давай заканчивать. Это точно! Вот, держи комплект и Praxis. В качестве компенсации. Praxis все поправит. Клиенты всегда довольны. Только не забывай, что я говорил о балансе энергии. Тебе нужно за ним следить. Ну, если только... Только что? Если только что. Вот именно. Думаю, можно все оптимизировать. Только понадобится кое-что получить от Атара. Калибратор для нейропластики. О, это я возьму. Если я могу использовать все, что у меня внутри, без каких-то компромиссов, то я хочу об этом знать. Да, я хочу, я реально хочу, что вообще будет зашибись. Я заказываю всю свою крутую технику по одному подпольному каталогу. А я пойду и возьму ее бесплатно. Последнюю посылку перехватил Атар Баткавелли. Да я его еще самого перехвачу. Атар, чьи люди тогда пришли за книгами? Не буду тебя заставлять. Я хочу, чтобы ты сам понял, какой в этом смысл. Ты можешь стать аугментированным богом. Так, естественно. Если такое тебе нравится, да, такое вообще без проблем. Тебе знать, что Атар заведует подпольным казино в чистом обводе. Сейчас я как ворвусь туда, как мужчина. С маленького дворика рядом с хламом. Спасибо за информацию, Коля. И спасибо за Praxis.
Так, а я могу у тебя еще что-нибудь купить? Дженсен, я тебя, конечно, обожаю, но у нас обоих полно работы. Чего ты хочешь? Купить Праксис можно? Тогда ладно, пофигу. У меня пока все, друг. Ага, давай. И ты это, осторожнее с новым железом. Не поджарься, ладно? Да, сейчас мы как включим на 300%, нормально. Будем убивать этих врагов тем, что они будут просто плавиться рядом со мной. Так, ладно. Доступно Праксис 11. Нифига себе. А, нет, я все-таки не навсегда отключил это все. Ну, во-первых, сейчас акциальный корректор. Я хочу общаться с людьми хорошо. Фига, ну, стабильно. Так, сто... Вопрос. Я включил... А, я еще ничего не включил. Типа, как я включил, но выключил ее обратно. Я вас понял. Ага. Так. Ага. Я вас понял. Так, секундочку. Угу. Это что у нас? Это улучшение концентрации титан. Это броня наша. Я сначала посмотрю, что из обычных у нас идет. Ага. А, сила, киберпротез руки, что можно? Один праксис. Да забирай. А это сколько нужно? Один праксис. Да забирай. Это что у нас? Ломать стены. Блин, чувак, ты мне все поломал. Лазерные. Это что у нас? Злом скрытность. Это типа, чтобы нас не замечали. Так. А, это у меня идет сам по себе, понял. Так, это что? Это нормально. А я... Мне просто интересно... А, ну, наверное, появляется режим деактивации тогда, когда у меня ее происходит перегрузка. Понял, понял. Так, что это? А. Значение дальности. Понятно. Один праксис. Это... Звуковая обратная связь. Блин, слушай, мне это надо. Я без, я без этого без рук... Земля отслеживать, усилитель, слекса во ртуть. О, фига себе. Или подожди. Так, что это такое у нас? Усилитель работы активирует тревожную кнопку, поражение, при этом происходит активация повышающий нерв, резко повышает поступление. Что это? Повышенная сила и ловкость. Ладненько. Я хочу включить что-нибудь из этого. Концентрация, все равно не работает, регулируемый. Позволяет против действительности. Понятно, это рывок. Позволяет взять очень быстро перемещаться по концентрации, как подтверждаю. Так, воздух, всякое создание. Ага, понятно. Это надо клинок, чтобы стрелять. Я вас понял. Кожаный панцирь носорог. Не, 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 та-та-та-та-та-та. Давайте тогда все-таки я хочу одну вот эту фигнюшку купить. Да, идет. Ну вот посмотрю, как это выглядит. Не просто человек. Смириться с тем, кто-то есть. Подожди, подожди, а для интереса, а что будет, если я поставлю еще одну, а? Допустим. Ну вот я такой вообще титан себе хочу. Я сейчас 200%. Критически. У меня что будет? Да все нормально. Да что за шумись вообще? Я могу еще одну поставить. Хотя погоди, погоди, погоди. Вопрос другой сейчас. Вот. Нужно, что это у нас? Клеточные батареи. Это чтобы максимальная емкость клеточных батарей. Так, подожди, это что? Дополнение. Так, что это? Стандартное время задержки между... дополнительно снижает время зарядки между... это... Пиковая скорость... А, это скорость... Блин, нет, подожди.
скорость заряда, а это максимальная емкость клеточных батарей. Да, хочу я. Обожаю. И мне нужен еще один практик, которого у меня нету. Очень неприятно. А вопрос теперь в другом. Почему я не могу это использовать? Из-за перегрева? Сейчас проверим. Блин, просто я так понимаю, режим реактивации, это прям полностью вообще типа все вырубает на всю свою жизнь. Но я хочу, допустим, тайфун. Ага. Вопрос в другом. Да блин, давно вырезался какой-то. А, хорошо, секунду. Я интересуюсь все-таки. Так, а что мне еще? Это мне нужно. Маскировочное. Вот это. Ну, допустим, ладно. И попробуем отключить вот эту еще фигню. И у меня все нормально будет? Нет, нифига, у меня все не нормально, я все равно не могу это использовать. Мне кажется, нужно просто выйти отсюда изначально. А что ты мертвый лежишь? А я Праксис подобрался? Нет. Ну, типа, окей. А просто я надеюсь, что когда-нибудь это... Блин, просто вот это, то, что это навсегда, мне не нравится. То есть, если бы это было не навсегда, было бы зашибись. А то, что это навсегда, вот это уже не круто идет. Блин, круто то, что... Дженсен, это Миллер. Да. Мне срочно нужны твои показания. Когда будешь? Это зависит от того, многим ли понадобятся мои документы. Черт. После вчерашнего теракта я вряд ли смогу что-то решить с полицией. Приходи, как только сможешь. Как активировать F1? Понял, F1. Конец связи. У меня моего нет прыжка, зашибись. Да. Вроде как и круто, потому что у меня теперь есть вот такая вот фигнюшка, но вроде как... А теперь не могу в ноги эти залазить. Блин, слушай, это не круто. Так, что там говорили по поводу... Специалист... А как задание после всего такого? Побочное задание. Встретиться с золотой билет, допросить. Калибратор. Так, полагаю, что смысл сравнить оставшиеся с боем врагов этими знаниями с помощью какой-то калибровки для меня, то есть, но есть проблема, ага. Правится. Так, а где эта фигня у нас? Продавец. Продавец чего? Допросить шерифа в моей квартире. А, квартира Адама? Подожди, а что за продавец чего? Погоди. Здоровенько. Проповедь. Ищешь лучшие цены в Праге? Это здесь, я не про хот-доги говорю. Эх, это хорошо, я понял. Если хот-доги не твой основной бизнес, то почему бы не открыть магазин? Видишь ли, так я сокращаю накладные расходы и держу цены привлекательными для клиентов. Угу. И ну, зашибись. Да, вот так бывает. Что у тебя есть? Ну, у меня есть... Весьма дельная информация. Мне твоя информация нафиг не нужна. Никогда не помешают. Нет, а кому помешают? Но за это я принимаю плату только нейропозином. У меня его нет. Прости, тогда ничего не получится. Но если добудешь, приходи. Блин, какой-то, не знаю, выглядит каким-то слишком добрым, не знаю, для этого. Какой же я медленный. Вообще. А. Нет, я опять капслок был нажат, понятно. Сказать, чистый? Так, не, погоди, я сюда... это я был продавец. Пиво Свободы. Квартира Адама. Машина, что?
А, понял. Тревога, ориентир, продавец, тревога. Так. Это да, это мне нужно необычный полный назад. Чихни ауговерсипти правили докладывай. Пусти свой шанс. Так, ладно.